При Пушкино столкнулись Kia и Lada 14 модели. По словам мужчины, который управлял иномаркой, он двигался в сторону кольца. На перекресток выехал, когда для него горел зеленый сигнал светофора. В этот момент справа ему наперерез выехала Lada. Kia врезалась в бок 14-й, а от этого отечественный автомобиль перевернулся. С места аварии в больницу увезли пассажирку Lada. Женщина получила несколько переломов.